Алло. Ну и хуй на них уже, все, там уже похуй в этой лиге. Тоже проебали, да? Да, мне все, там уже неинтересно. Волын обозначает, что он у правого флажка углового стоял. Это потому что я угловые навешивал. Так именно у одного. Как мы с одного фланга и навешивали. Блять, как мы Блин. умудрились Разикона проебать, ебаный рот, я до сих пор не Не, могу. на самом деле в этом матче минут 20 было столько ошибок, мы могли пустить из-за этого. Да, потому что все начали, все что-то за, как Да сказать. не, да нет, да нет, я не про это даже. У нас вперед уходят игроки, а идет навес на Сникерса. И это, я смотрю, а там просто пиздец, там впереди полкоманды наша стоит. Они уже все в нашей зоне, а с ними как бы реально прессовать опасно, приходится Вить, а ты пятиться. можешь? Ой, Я извини, Дима, посмотрю, он не у далеко. меня, не у Батюша навесов нету. Вить, а ты Вообще можешь? два навеса А мы сделать. вообще в целом, по-моему, особо много и не навешивали в этом матче. Так нам Вообще не было, навешивали, мне на самом по-моему. деле было приятно и просто принимать мяч, там немножко потолкаться и отдать пас дальше. Типа на отыгрыше. Это. Вить, ты можешь спросить у Крушона, может быть, какая-то проблема с выносом или еще что-то? Именно почему летит-то, блядь, ближнему, а не туда, вдаль? Блять, там проблема с выносом, с выходом, с сейвом. Там проблема с игрой FIFA, блядь. Да харе душить, не, я серьезно говорю, хотя бы с выносом разобраться. Хотя бы с Ну, этим да разобраться. просто на всю пусть выносит и все, блядь. Не, там же, по-моему, надо R1 нажимать, да? L1, помню. О, L1, да. Блядь, это так, как он поляка убил? Чтоб низом летел, Нет, это на L1 это ударах вверх. хитрого, Не-не, да? это R1, тогда. Да пусть с этим пообщается. Слакин. Сука, я с Зиком вчера Спроси, обыграли. Зикона переиграть не хочет, блядь? Да. Best of 3 не хотят ебануть? Очень хотят, я уверен, прям, они только и думают об этом. Жалко, Бля, блядь. мы уже дизель бы Так, на пошли. дизель готов, через 2-3 минуты будет матч сыграть. Чего они игроков Это делают, что ли? долго. Не знаю. Два высоких. Блять, а у меня там Ну так стрим я и говорю. перезапускал, наверное. У меня там теперь этот матч, блять, в трех стримах, нахуй, придется монтировать. И склеивать все в Блять, одно. ну Игоря я забью, это, блядь, легендарная хуета вообще, пиздец. Я Вот бы порадовал, забавно, если бы он смотрел, у меня потом не камеры на забил. мне было. Если бы он потом не забил в пустые, вот это было бы забавно. Я бы снова ливнул сразу. Не-не, Сразу Игорь, Игорь, бы, блядь, ливнул бы нахуй. надо было принять голову, флажку бежать. Ну да, шанс ошибиться уже есть все-таки. А у нас одна желтая карточка за весь этот, за весь сезон. Бля, ну Я пизда, просто тогда не водил их. сказал. А, ты их не Никого. водил? И у Короче, Димы. сейчас еще прическу сделаю. Прическу сделаю себе эту. Какую-нибудь высокую, чтобы еще голова казалась больше. Афро максимально. Или что Да, так там? я говорю, где там ее афро самую высокую? Наверное. Там где-то вообще какой-то мешок на башке. Во, я вот Типа его и в поставлю, атрибу... скорее. вот в атрибутах, по-моему. А, там еще атрибуты появились, что ли? А, аксессуары его вижу. Аксессуары, да, не атрибуты. Бля, Дизель 3 матча в сухую играл. Не, это хуйня. Мне кажется, лучше вот эти вот высокие. Да И... Дима там занес по-любому, блядь, Афро Костелло, чтобы они максимально проебали. поставил. А что Что там мы занес? говорим? Я говорю, Костелло по-любому занес, чтобы они в сухую нам проебали, Так чтобы мы они верили. меня ебали весь матч, нахуй нихуя себе им занес, блядь, они там Вот я крутились. его красиво занес им. Ну, занес, чтобы тебя ебали весь матч. Специально по Да что центру он били, да? говорит, что выбивал все Да. на всю. Блядь, только оно летело периодически, хуй пойми куда. Блин, пиздец, у меня модный игрок будет. Наверное, надо негра сделать, да? Еще ближе к негру. Не негр, Афроамериканец. афроамериканец. Ой, извините, пожалуйста, ребят. О, американцы, чего не афро-русского? Жизнь такая. Черного пидора сделай. Типа в мазуте? Глиномеса. Как вот эту постоянно скидывают вот эту фотку там. Да, это Я даже не знаю, Конрад. что это, Это, но... я, блядь, я знаю, что это. Я как-то мне недавно, ну, где-то полгода назад, Ты начал? в рекомендациях на Ютубе вылез канал, где чуваки ползают по Чернобылю, блядь. Типа, Суперсус.
Как-то так. И там у одного челика, вот у этого, у него просто все лицо, ну, исковерканно, блядь, до нереальности. И там еще второй есть такой же. Блядь, видимо, он в чем-то измазался. И вот, короче, я в ахуе, блядь. Они по канализациям лазят, по всяким этим, в Чернобыль ходят. Ну, я вот только про Чернобыль смотрел, блядь. Но они там постоянно ходят, там у них, блядь, радиация неебическая хуярит. А они ходят. Ну, видимо, им не жалко своё здоровье. Видимо, хочет понять, почему у него такое лицо. Ну, да, да. И там пишут уже в комментах, типа, я смотрел, типа, вам, вы что, не видите по комраду, что там проблемы уже начинаются? Перестаньте.